Dear ladies and gentlemen, we are ready to start discussion. Where is the world heading with your applause? Уважаемые дамы и господа, вместе с вашими аплодисментами мы открываем дискуссию, куда катится этот мир. Поприветствуйте, пожалуйста, спикеров. Hello. Добрый день, добро пожаловать. Меня зовут Гунилла фон Халь. Я шведский корреспондент, журналист, и я буду модерировать эту сессию. Позвольте прежде всего объяснить, как мы выстроим дискуссию. Сначала я представлю наших ораторов. Мы послушаем их презентацию, рассказы. Потом у нас будут вопросы. И в конце 10-15 минут у нас будут посвящены вопросам из аудитории. Пожалуйста, представляйтесь, когда задавайте вопросы. Прежде всего, позвольте представить наших уважаемых, интересных спикеров. Ричард Эллис, пожалуйста. Сооснователь и управляющий партнер в MTM, одной из европейских ведущих консультационных агентств. Он занимается крупными проектами в области искусства по всему миру, в том числе работает с Google, BBC и с National Gallery. Тэнди Палмер Уильямс. Добро пожаловать. Основатель и управляющий директор Pattern Makers из Австралии, исследовательское консультационное агентство, которое занимается вопросами коммуникации и искусства. Она возглавляет работу группы исследователей, которые претворяют положительные изменения в жизнь. Ричард ван Вагененен. Я не уверен, правильно ли я произнесла. Старший вице-президент Orange Business Services в России. Он занимает эту должность с 2013 года. И в настоящее время отвечает за косвенные продажи на Ближнем Востоке, в Восточной Европе и в России. Он занимается, имеет богатый опыт работы в телекоммуникационных компаниях. Яспер Виссер, добро пожаловать. Старший партнер в консультационном бутике Виш плюс Стам. Они специализируются в области цифровой трансформации, лидерства и помогают культурным организациям, организациям культуры и гражданского общества. Они работают с дизайнерами, в том числе работают с такими учреждениями, как Всемирный банк и Европейский Союз. И Габриэл Батаини Драгони, пожалуйста. Она заместитель генерального секретаря Совета Европы. Она отвечает за реализацию повестки в области реформ генерального секретаря. То есть, как видите, у нас представлены очень заметные фигуры, важные эксперты в области культуры, в области смежных областей. Искусственный интеллект, роботика, робототехника, виртуальная реальность. Мы эти слова слышим последние десятилетия. И многие считают, что они изменят культуру. Технологии меняют отношение, наше отношение к культуре и к жизни в целом. Каждый день мы взаимодействуем с учреждениями культуры посредством современных технологий. Мы можем смотреть коллекции в музеях онлайн, мы можем покупать билеты в театр с наших смартфонов. И интересная статистика. Более 70% культурных учреждений отмечают положительную роль технологий на развитие их работы. Как же культурные учреждения используют новые технологии и как технологии влияют на их работу? Как эти технологии будут развиваться в следующие 10, 20, 30 лет? Вот такие у нас вопросы. И мне интересно узнать, что думают наши эксперты по этому поводу. Ричард Эллис, начните. У нас ведется синхронный перевод. Здравствуйте, всем привет. Мне очень отрадно быть сегодня здесь с вами и видеть всех вас
в аудитории. Спасибо за такое представление. Я работаю в компании, которая называется MTM. Мы консультируем одни из крупнейших компаний в области медиа и технологий в мире. Такие компании, как Google, Disney+, когда Disney+ планировал запускать свой стриминговый сервис, чтобы конкурировать с Netflix и YouTube, вот, они обращались к нам. Этим я занимаюсь большую часть времени, но раз в год я работаю над одним из моих любимых проектов. Ежегодный опрос, который проводится в Великобритании, с 1500 различных организаций. Мы их опрашиваем, как им кажется, куда цифровые технологии ведут их. И об этом я бы и хотел поговорить, представить вам некоторые соображения на этот счет. Прежде всего, здесь можно сказать следующее. В последнее время был представлен отчет в «Экономисте» о том, как технологии будут способствовать доступности, расширению доступа к культурной жизни, к культуре. Две трети респондентов в России, 40% респондентов Китая и 50% Великобритании сказали, что за последние полгода цифровые технологии позволили им посмотреть то, чего они раньше увидеть не могли. И это совершенно удивительная цифра. И она очень будет важна для следующих 10 лет. Как я уже сказал, я работал на Google. И Google часто воспринимают как плохого парня. Все, что они делают, как бы не все, что они делают, это хорошо. Но у них есть YouTube. А YouTube – это удивительная, уникальная платформа. Многие сотрудники, с которыми я работаю, любят Apple. Но Apple – это организация элитистская. Apple, продукты Apple доступны только тем, кто готов потратить много денег на iPhone. А YouTube доступен для всех. YouTube – это самая крупная образовательная платформа в Африке, например. И вообще по всему миру. Если у вас нет денег, если вы хотите что-то узнать, Apple вам не поможет в Африке. Но в любой стране, где есть YouTube, у вас есть доступ к образованию. То же касается области культуры и искусства. То же самое в Европе. YouTube – это крупнейшая платформа в Европе для публикации лекций, выступлений в области литературы, в области театра, танцев и так далее. И, то есть, несмотря на многочисленные проблемы, с которыми сталкивается Google, и мы об этом будем сегодня говорить, потому что проблемы в области сохранности данных будут становиться все более актуальными в течение следующих 10 лет. Несмотря на эти проблемы, Google делает удивительные вещи. И мне кажется, что в следующие 10 лет одним из самых важных сдвигов будет именно изменение образа взаимодействия людей с данными. Как люди взаимодействуют с данными. Я еще одну вещь скажу, и потом уже передам слово своим коллегам. Не хочу слишком много внимания у вас отнимать. Когда мы спрашиваем коллег в Великобритании, в чем, на их взгляд, кроются три главных преграды для бизнеса, они все говорят об одном и том же. Они все говорят, что не хватает ресурсов. 70% всех организаций опрошены говорят, что это самый крупный барьер. Еще 20% говорят, что недостаточно финансирования. И только 8%, наверное, говорят, что проблема кроется в культуре и в мировоззрении. Но когда мы спрашиваем наших клиентов в частном секторе, проводим опросы по всему миру, и вот в прошлом году такой опрос проводился, культура и мировоззрение в частном секторе воспринимается крупнейшим, самым главным барьером. Как сделать так, чтобы все руководство вашей компании понимало важность технологий? Как технологии могут трансформировать вашу организацию? Вот в чем кроется самый главный барьер в частном секторе. Интересно, почему?
Может быть, потому что в частном секторе больше денег, и им не нужно волноваться о финансировании. Или, может быть, потому что сектор культуры и искусства частично просто еще не поняли, что есть проблема, связанная с культурой и мировоззрением, взглядом на мир. И им еще предстоит это понять, как технологии могут повлиять на их жизнь. Мне кажется, что и то верно, и это правда. Интересно, что думают мои коллеги на этот счет. Спасибо за внимание. Спасибо, Ричард. Очень интересно. Важно, чтобы культура была доступна всем. И интересно, как частный сектор преодолевает эти барьеры, о которых вы говорили. Теперь передадим слово следующему оратору. Танди Палмер-Уильямс, пожалуйста, слово вам. Большое спасибо, Гунила. Привет. Всем привет. Я рада быть здесь. Я прилетел из Австралии. Кто-нибудь был в Австралии? Поднимите руки. Так, есть один. Привет. Как вы поживаете? Вопрос, куда катится этот мир? В общем, сейчас, на этой неделе, у меня на родине, в Новом Южном Уэльсе, сейчас бушуют пожары в Буше. И пожар выходит из-под контроля уже сейчас во всех штатах в Австралии. И это совершенно ужасно. Потому что правительство в Австралии просто не обладает, не располагает достаточным оборудованием для борьбы с пожарами, одновременной борьбы с пожарами в разных штатах. И пожары еще только начинаются, и сейчас люди беспокоятся, что воды не хватит, чтобы тушить эти пожары. И все это развивается на фоне отсутствия климатической политики в нашей стране. И наше общество разъединено, оно не понимает, как нужно двигаться дальше. И сейчас жить страшно. Мне и моим соотечественникам. И поэтому я рассказываю об этом с таким чувством. Я очень хорошо понимаю, какое будущее я мечтаю передать своему двухлетнему сыну. Как в Австралии, так и во всем мире. В Австралии три самых крупных проблемы – это изменение климата, миграция и психическое здоровье. И среди молодежи психическое здоровье вошло даже не в пятерку самых крупных проблем, которые сейчас волнуют молодежь, а стало проблемой номер один. И мы знаем, что культура может влиять на наши жизни. И в такие времена, которые переживаем мы сегодня, когда мы сталкиваемся с сильными, с крупными проблемами глобального масштаба, мы должны объединяться, мы должны действовать вместе, и обсуждать проблемы на сцене перед тем, как они станут проблемами нашей жизни. Мы должны проводить фестивали, в которых мы будем обсуждать нашу разницу. Мы должны понимать, что культура нам напоминает о прошлом, но она напоминает также не только о положительном, но и об ошибках, которые мы допускали в прошлом. Поэтому культура в нашем современном обществе играет более важную роль, но для этого требуется, чтобы и культурные учреждения, учреждения культуры, и художники также принимали в этом участие. Чтобы наши коллекции, наши здания, наши ресурсы использовались на благо общих целей. Поэтому мы работаем с учреждением культуры, Сиднейская опера, Музей современного искусства, Музей Виктории, с тем, чтобы они более явным образом показывали свою роль и цель в современном мире. И мы создаем программы, которые направлены именно на это. Мои коллеги, исследователи, социологи работают над тем, чтобы нами управляло не только прошлое, чтобы мы двигались не только по проложенной дорожке, но чтобы мы также собирали данные о том, чего не хватает сейчас, чего нам не хватает в нашем обществе.
почему происходит миграция, почему меняется демографический состав, какие сейчас происходят тенденции. Если мы об этом будем задумываться, если мы будем использовать доказательственные данные, то учреждения культуры будут становиться более актуальными для населения и будут играть более важную роль. Сегодня мы говорим о технологиях, и ранее я работал в фонде по инновациям Неста, и там я занималась фондом по научно-исследовательским и конструкторским разработкам в области инноваций. И 52 проекта было определено, которые проводились как в образовательных учреждениях, так и в учреждениях культуры. И мы смотрели, как реализуются эти проекты, и мы выяснили, что успешные проекты ставили конкретные четкие цели, и в случае чего, в случае необходимости, они меняли, эти цели менялись. Поэтому, ну, то есть, тогда, когда эти проекты запускались, тогда все хотели писать приложения, тогда мобильные устройства развивались. Ну, когда приложения, люди писали приложения, их никто не скачивал. И люди спрашивали, а какова вообще наша цель? Зачем мы пишем это приложение? То есть многие учреждения культуры писали приложение, создавали, но не всем оно было нужно на самом деле. Это было модно, но на самом деле порой нужно было сделать хороший веб-сайт вместо приложения, тому или иному музею, например. Или, например, у нас один музей проносил картины, просто физически, картины из своего музея по университету. Просто люди картины несли. То есть вместо того, чтобы делать приложение, они вот так креативно подошли, они просто перед глазами студентов по университету носили картины, чтобы студенты видели, что у них в музее выставляется. И очень важно, чтобы учреждения культуры понимали, какова наша цель, какие проблемы мы хотим решить, что волнует людей, которые живут вокруг нас, как мы можем помочь этим людям в этих нуждах. Я хотел бы вам поделиться примером проекта, который реализовался для подростков Музея современного искусства. Для подростков с 12-18 лет. У подростков спрашивали, что бы вы хотели видеть в музее? И интересно было, мне пришлось самой регистрироваться под видом подростка, чтобы участвовать в этом опросе, потому что взрослых туда не пускали. И я выяснил, что сегодня молодежь очень активная. Они хотят заниматься очень много чем. Они говорят о самых разных вещах друг с другом. И я понимаю, что я человек в возрасте за 30, я совершенно не понимаю, как привлечь молодежь в музей, например. А люди, которые сейчас в музеях работают, которым 50-60 лет, создавать программы для молодежи им очень сложно. Поэтому мне кажется, что в учреждениях культуры должно происходить определенные изменения самой культуры в этих учреждениях. Люди, руководство должно понимать, что всех ответов у них нет. Я не знаю, как это произойдет. Но можно посмотреть, что произойдет, если мы передадим креативный контроль различным группам, различным слоям населения. Другой интересный проект был реализован в Тасмании. Это очень интересная часть Австралии. И там есть общественный театр публичный, он называется Терапин. И это кукольный театр, у них была кукольная постановка. И все погружается в один микроавтобус, и они ездят с постановками по разным городам и поселкам в Тасмании, где у людей порой нет доступа, нет возможности пойти в театр. Они выступают в школах, и люди понимают, что обсуждаются вопросы в кукольных постановках, бывают очень сложные. Допустим, в Тасмании обсуждались вопросы изменения климата и обезлесивания, и добычи природных ресурсов. С одной стороны, это кукольная была постановка, и можно сделать такое общение немножко неформальное, но с другой стороны, обсуждались сложные вопросы. Мы, конечно, сейчас говорим о современных технологиях, куклы это не совсем,
современные технологии, марионетки, но можно использовать и такие не самые сложные технологии для того, чтобы открывать глаза людям, позволять им по-новому взглянуть на очень острые проблемы. А возвращаясь к вопросу, куда катится этот мир, я понятия не имею. Я понимаю, что мир меняется, и он меняется очень быстро. И он меняется, на самом деле, все быстрее и быстрее и быстрее. И наши учреждения культуры должны больше взаимодействовать с технологиями, с одной стороны, но и технологии будут очень быстро меняться. Поэтому вместо того, чтобы развивать технологические возможности, необходимо создавать новые возможности для руководства, для людей, которые занимаются управлениями культурных учреждений. Нужно привлекать общественность к решению тех или иных вопросов. Необходимо иметь правильные инструменты для решения тех или иных проблем. Необходимо иметь ресурсы правильные. И все пишут приложения для своих музеев, но позволяет ли вам приложение решить проблемы, с которыми вы сталкиваетесь? И нужно постоянно задавать себе вопрос, сколько людей мы охватили, сколько людей мы привлекли в рамках этого проекта. И мне кажется, что если вот на эти вопросы отвечать, то тогда мир станет лучше. Thank you. Большое спасибо, Танди. Может быть, и хорошо, что мы не знаем, куда мы движемся, куда мы катимся, и тогда мы более открыто подходим к изменениям. Очень интересные проекты нам сегодня рассказали. Ричард, поделитесь своими соображениями, своими проектами. Да, большое спасибо. Да, может быть. Nevertheless, я приехал не так издалека, как моя коллега, всего лишь из Москвы. Я работаю в компании, которая частично принадлежит правительству. У нас очень важный слоган. То есть технологии, управляемые людьми. Если вы хотите работать в нашей компании, вы должны придерживаться этого взгляда. И говоря прямо, проблема не в технологиях. С точки зрения технологий, возможно, все. Вопрос в деньгах. И главный вопрос, который мы должны себе задать, зачем? И наша компания Orange, то есть мы работаем по всему миру, у нас 166 стран имеют наше представительство, то есть это такой огромный плавильный котел. В нашей компании работают самые разные люди, самых разных бэкграундов. То есть нужно спросить, зачем? И проще использовать культуру, чтобы построить мосты между разными компаниями. Мы должны работать сообща. Нужно понимать, что культурный аспект, он сближает людей. Сейчас у нас есть программа, которая так называется «Зачем мы существуем?». Очень философский вопрос для компании, но тем не менее, он всех заставляет задуматься, в чем вообще смысл компании Orange. И это меняет то, как мы ведем свой бизнес. То есть мы смотрим, что мы поддерживаем, какие проекты поддерживаем, какие нет. Это такой этический вопрос. И вот это также в том числе важно для нас в России, для нашего представительства в России. Такой проект, как «Умные города», «Smart Cities», это тоже не про технологии. «Умные города» — это про сообщество, про то, как люди взаимодействуют друг с другом. А технологии помогают взаимодействовать. Это не про умное освещение, умные парковки. А, кстати, умная парковка — это просто название. Вам все равно нужно заплатить, чтобы припарковаться. Вот и все. В реальности умный город, и здесь опять же есть фокус на культуре, он помогает вам создать сообщество. То есть вот вы впервые приехали в какой-то город, впервые в жизни. Вы, не знаю, купили он в Lonely Planet путеводитель или скачали какое-то приложение, но лучше же встретиться с людьми, которым интересно то, что интересно вам. Я сейчас обобщаю, конечно. Есть проблемы с недостатком финансирования, как Ричард уже говорил, но вы можете, когда вы делаете этот умный город, создаете проект «Умный город», там будет очень много ссылок. А вот есть, например, такой проект «Артефакт», русские точно знают, где вы можете навести телефон на изображение, на картину, и вам загрузится информация про эту картину. Можно сделать то же самое про людей. Когда вы сидите, например, в кафе, и знаете, вот рядом Петр или Джейн сидит,
И там, приложение знает, что у вас есть общие интересы, и оно вас сводит вместе, чтобы вы вместе выпили кофе, еще вам скидку дает. И тогда вот вы можете познакомиться с новыми людьми, с единомышленниками. Такой очень интересный проект. И последний, но тоже очень важный пункт. Мировоззрение. Это основа. Для нас, для нашей компании, это наш фундамент. Потому что есть очень много проблем, есть очень много барьеров, но проблему можно превратить в задачу. Главное, это то, как вы на это смотрите. Это мировоззрение может стать драйвером изменений. И еще раз, когда мы создаем умный город, нужно сначала отойти от вот, имеющей точек зрения, нужно сначала спросить себя, что мы хотим создать, как люди будут взаимодействовать. И новые технологии помогают нам создать новые способы общения. И третье важное – это мировоззрение. Уровень культуры важен, но культура не имеет границ, она не знает границ. И сейчас мы понимаем, что есть очень много политического напряжения между разными странами, но есть два фактора, которые поддерживают диалог. Это образование и культура. Спасибо. Спасибо, Ричард. Мировоззрение, да, вы верно подметили. Это очень важная вещь, которую иногда сложно поменять. Джаспер, пожалуйста, расскажите нам о своих проектах и поделитесь своими соображениями. Всем привет. Я, кстати, знаю, куда мы катимся. Мы все знаем. Если посмотреть сверху, мы крутимся. Крутимся против часовой стрелки. Так что мы катимся во Владивосток и в Австралию. Так что если мы посмотрим на, вот, на них, мы увидим будущее. И мы сейчас его можем понять. Ну, давайте вернемся к Амстердаму в конце этой, на нашей сессии. То есть это мой родной город, и вот когда там закончится сессия, мы как раз будем в этой точке, в моем городе, временной точке. Я хочу поговорить с вами о технологиях и как они связаны с культурой. И хочу показать вам два проекта. У меня, кстати, есть тут фотография. А в конце я поделюсь своими соображениями насчет того, куда мир катится. Первое – это цитата Дагласа Раскова, который очень критично относил к технологиям и к месту технологий в мире. Он сказал, я цитирую, «Для человека, человек должен подвергать сомнению плохие истории, потому что у нас нет явных победителей и явных проигравших. Все правильно и все неправильно. Искусство не отвечает на вопросы, оно задает вопросы». И мне кажется, это очень важный момент, который нужно учитывать. И вот то, что вы рассказали про кукольный театр, мне кажется, это тоже имеет к этому отношение. И второе соображение пришло мне в ходе моей работы, когда я работала в Москве. Это соображение о технологических инновациях. Это постоянный такой поиск социальных изменений. То есть это не просто сугубо технический вопрос, что уже и упоминалось другими докладчиками. За последние 10 лет я старался понять, как технологии могут помочь нам лучше взаимодействовать с культурой и искусством. Я хочу поделиться двумя проектами, над которыми мы работали. И эти проекты позволяют с двух точек зрения посмотреть на эту проблему. Здесь вы видите фотографию. Проект называется «Мода для добра». Мы все носим одежду. Это хорошо. Но, возможно, не все понимают, что одежду, которую мы носим, и наш выбор одежды, очень много говорит о том, кто мы такие и как мы влияем на этот мир. И вот эта инициатива «Мода для добра» помогает людям сделать более устойчивый выбор, более экологичный выбор в своем гардеробе. Это и музей, и одновременно магазин, и одновременно такой центр получения впечатлений. То есть человек с улицы может зайти, и ему расскажут историю о искусстве, о моде через вот эту выставку. Но цель этой выставки и то, как мы используем технологии, это дать людям больше возможностей, чтобы у них был более широкий выбор, чем до того, как они пришли к нам.
Мы используем технологии в этом проекте. Мы показываем людям альтернативы. Как еще можно одеваться? Как еще можно думать о моде? Чтобы когда они уходят от нас, они делали делали лучший выбор, осознанный выбор. Мы не говорим им, что нужно делать, мы говорим, что они могут делать. И вот есть один пример, который мне очень нравится, такой один анекдот из этого проекта. Когда мы только открылись, я стояла на входе, и проходила такая типичная американская семья. Вот они, муж, жена, трое детей. Муж, надеюсь, не обижу никого из американцев, но он был такой, типичный американец, крупный, в шортах и в носках, в белых носках. У него жена и дочери с ним, и они зашли к нам, и он сказал, ну, это не для меня, здесь у вас слишком модно. А я 30 лет уже не покупал ничего нового, то есть мода это для моей жены. А я ему говорю, ничего себе, вы 30 лет ничего не покупали? Это же просто фантастика. Это же самый экологичный выбор. Вы просто одеваетесь супер экологично. И это для будущего очень хорошо. То есть вы следите за своей одеждой, вы заботитесь о своих вещах. И если вас не интересует мода, то это должно вдохновлять других. Вы чините там испортившуюся одежду. И он сказал, надо же, вы сейчас мой брак спасли. Потому что когда... Если моя жена жалуется, что я ничего нового не покупаю, у меня теперь есть аргумент. Знаешь, я нового не покупаю, чтобы спасти планету. И, то есть, мы дали ему новые возможности. Я не говорю, что это правильный выбор, но мы используем этот опыт, основанный на технологиях, чтобы создать новое повествование. Перенесите, пожалуйста, слайд, у меня кликера нет. И еще один слайд. Еще один слайд, пожалуйста. Да, именно вот этот. Второй проект, о котором я хотела вам рассказать. Абсолютно другой проект. Последние несколько лет мы работали с библиотеками по всему миру. И мы пытались ответить на вопрос, куда катится мир? И применительно к библиотекам и к библиотекарям. И с самого начала мы хотели, чтобы общение происходило не в одной комнате, где сидит всего несколько человек, а вести диалог со всеми библиотеками по миру. По нашим оценкам, в мире работает примерно 18 миллионов библиотекарей. То есть они есть в каждой стране, в каждом регионе мира. То есть этот диалог должен быть глобальным, на разных языках, в разных часовых поясах. И мы могли сделать это только одним способом. Мы должны были опираться на технологии. Что мы сделали? Мы разработали такую модель зала для встреч 21 века. То есть это зал, примерно как этот, но он напичкан технологиями. То есть мы можем сидеть здесь и общаться с людьми в любой точке мира, в любом часовом поясе. Мы создали систему, где мы комбинировали реальные встречи, как вот это на фотографии, где здесь люди из очень многих стран. И при этом мы проводили глобальные встречи по всему миру, благодаря технологиям. В России было очень много встреч. И особенно в России, и в некоторых районах России, был особенный интерес к этому проекту. Мы получили фотографии с этих встреч, потому что мы были не на всех встречах. И всегда собиралось очень много людей, они все улыбались. Такие русские библиотекари, которые думали о своем будущем. Это меня очень сильно вдохновило. И были большие города, Москва, Петербург, но и даже крошечные деревни, где-то в глубинке в сибирской. Мы бы никогда не добрались до этих людей, если бы у нас не было технологий. Благодаря этому виртуальному залу мы смогли с ними пообщаться. 16 тысяч мнений были предоставлены нам через эти встречи. То есть технологии помогли нам создать последовательную систему, как нам работать с этой проблемой. И мы смогли увидеть, какие есть специфические проблемы в каких определенных регионах или городах. То есть вот 18 миллионов библиотекарей участвовали в этой программе. 15 тысяч человек по всему миру из более чем 150 стран, 193 стран.
Вот столько людей сейчас участвуют в этой программе, они используют технологии, чтобы притворять наши проекты в жизнь. Итак, как я сказала, катимся мы в Владивосток, потому что в эту сторону планета крутится. Но если мы посмотрим, куда нас двигают технологии, технологии помогают нам общаться на глобальном уровне, дают нам больше возможностей, больше опций, дают нам новые возможности выборов. И технологии с нами уже давно. Вот сейчас мы в Санкт-Петербурге. У этого города очень тесные связи с Амстердамом. У нас очень много культурного обмена между моим родным городом и вот этим великолепным городом. И многие из этих программ, из этих отношений не возникли бы без интернета. Потому что сейчас культурный взаимообмен, он благодаря интернету проще. Раньше мы общались, значит, кораблестроители общались и так далее, но сейчас это общение происходит гораздо шире. И еще я должен сказать, что не все технологии служат этой цели. Некоторые технологии больше подходят для открытого диалога между людьми, между культурами, и помогают расширить наши возможности. И как Ричард сказал в самом начале, нужно поменять в том числе наш подход, наше восприятие культуры. То есть дело не только в технологиях, это не только технологический вопрос. И я считаю, что эта задача ложится на наши плечи, на плечи культурных людей, заинтересованных в культуре. Мы должны открывать новые возможности, и мы должны говорить технарям, например, людям из Orange, прекрасным людям, мы должны им говорить, какие нам нужны технологические решения. То есть у нас должен быть очень конструктивный диалог между вот этими двумя мирами. Спасибо. Спасибо, Джаспер. Это впечатляет, что 15 тысяч библиотекарей участвовали в этом обсуждении. Удивительный пример. А теперь Габриэла. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, своими мыслями и приоритетами. Доброе утро. Позвольте отметить, как я рада, с каким удовольствием приносит участие в этой дискуссии. Я очень рада, что я последней выступаю, потому что я уже послушала очень интересное выступление моих коллег о том, как меняется мир, и о взаимоотношениях между этими переменами и культурой. Например, нам дали очень конкретный пример, связанный с технологическим развитием и тем, как это открывает новые грани культуры новым аудиториям. Конечно же, мы приветствуем это. И предыдущие докладчики говорили о демократизации культуры, о продвижении более широкого доступа к культуре. Это очень важно. Наше сообщество, наша культура меняются. И философия, которая служит стержнем, вокруг которого все это происходит. Мы живем в мире ценностей. Ценности, которые не смываются так быстро. Они продолжают формировать будущее культуры в позитивном ключе. И в Европе, и в остальном мире сейчас есть возможность влиять на культуру новыми путями, положительными путями. Будучи заместителем генерального секретаря Совета Европы, на протяжении своей карьеры, своей работы в Совете Европы, я всегда знала, что культура — это общая цель, общая ценность для наших 47 стран Совета Европы. Наш устав, который был подписан 70 лет назад, уже в момент подписания мы взяли на себя обязательства по продвижению единства в Европе. Единство на базе демократии и верховенства права. Но с учетом культуры, в которой мы работаем, и культура, которая сейчас процветает в Европе, она отражает и
разницу наших опытов, и она объединяет и связывает нас. Мы, европейцы, обладаем общей платформой, единой платформой. И наша страна, которая представляет интересы 47 стран, мы, конечно, мы с 1954 года мы обладаем этой общей платформой. Это... И также у нас есть конвенция, Европейская культурная конвенция, которая продвигает объединенные действия, совместные действия в культурной сфере для европейских стран. Но на протяжении последних нескольких лет наше понимание культуры и наше понимание того, как защищать культуру, продвигать культуру, меняется. Совет Европы выпустил ряд конвенций, широкий спектр конвенций и инструкций о том, как наша культура меняется и как использовать эту меняющуюся культуру в наших действиях. И сейчас я бы хотела сфокусироваться на двух аспектах. Цифровизация европейской культуры и искусственный интеллект. Я очень кратко скажу. Мы должны, не должны уйти сегодня с убеждением, что мы на европейском, на уровне европейского правительства не решаем вопросы образования и культуры, что у нас есть определенный параметр, определенные коды для будущего. Сначала к цифровизации. Поскольку цифровизация должна сопровождаться правильной культурной политикой, в рамках нашей конференции на уровне министров в 2013 году проведенной, была подчеркнута важность индивидуальных и коллективных потребностей пользователей в области цифровых средств и цифровых социальных сетей. Совет Европы занимается созданием платформы для самых различных заинтересованных сторон, в рамках которой исследователи и специалисты практики могут заниматься такими вопросами. В свою очередь, они подготавливают документы, которыми может руководствоваться Совет Европы в своей нормотворческой практике. Совет Европы согласовал общие европейские стандарты, в результате которых были подготовлены рекомендации Комитета министров 2016 года об интернете для граждан, в которых подчеркивается расширение прав и возможностей граждан как потребителей и создателей информации о пропаганде навыков компьютерной грамотности в целях создания и управления объектами цифровой культуры. В 2017 году были подготовлены рекомендации о использовании больших данных в культуре, грамотности и демократии, в которых подчеркивается, что у всех есть возможность не подвергаться прогнозам алгоритмов, алгоритмизации в рамках больших данных. Далее Совет Европы вновь подчеркнул важность, роль интернета как важного инструмента для продвижения цифровой культуры, а цифровой культуры, в свою очередь, как инструмента для развития демократического и компетентного общества, компетентного с точки зрения владения электронными технологиями. И мне очень отрадно слышать то, что говорили предыдущие докладчики. Мы видим, что здесь наши мнения сходятся на этот счет. И, наконец, в прошлом году у нас также был проведен семинар экспертов по культуре, творчеству и искусственному интеллекту. В рамках семинара обсуждались вопросы искусственного интеллекта и влияния его на культуру, о том, может ли быть создан новый креативный концепт, и о том, как искусственный интеллект будет влиять на творчество человека. У искусственного интеллекта есть потенциал
влияние на наши жизни. Но есть также, поднимаются также и важные этические вопросы, которые касаются его воздействия на верховенство права, на права человека и на демократию. И поэтому я рада, что в ходе последнего конференции на уровне министров в Хельсинки рассматривались вопросы возможности реализации нормативно-правовой структуры, которая позволит регулировать разработку и применение искусственного интеллекта. Это позволит убедиться, что использование искусственного интеллекта не нарушает права человека, а поддерживает и укрепляет их. Мы работаем по самому разному ряду направлений в этой области, в том числе и по направлению культуры. Дамы и господа, как мы уже слышали раньше, предсказывать будущее сложно. Особенно, если вы пытаетесь предсказать креативные, творческие, культурные тенденции в областях, которые подвержены технологическим изменениям. Но мы можем быть уверены, что подобные изменения происходят в рамках определенных параметров. И Совет Европы не хочет ограничивать или направлять культуру. Даже если бы это было возможно, мы этого делать не хотим. Мы хотим, чтобы культура процветала, но чтобы она процветала в контексте прав человека, демократии и верховенства права. Об этом я бы хотела поговорить, это бы я хотела подчеркнуть. И важно подвести итог тому, что было сказано. Как мы по-разному смотрим на одни и те же проблемы, мы понимаем, что у нас перед нами стоят одни и те же проблемы, и мы разделяем одни и те же ценности. Верховенство права, демократия, права человека. На этом я закончу свой доклад. И вновь позвольте сказать, что мне очень отрадно быть сегодня здесь и поделиться с вами точкой зрения Совета Европы. Это не гражданское, не учреждение гражданского общества. Это политическая организация. Но эти вопросы, интересующие гражданское общество, мы также рассматриваем. У нас работают все вместе. И парламентарии, и гражданское общество, и правительство. Мы все должны работать вместе с тем, чтобы разработать основные параметры, в рамках которых будут использоваться и искусственный интеллект, и другие технологии, как в секторе культуры, так и в других областях. Спасибо. Габриэла, вы затронули ряд очень важных вопросов, в том числе касающихся искусственного интеллекта. Мне представляется, что все ораторы согласны друг с другом по основным вопросам. Мы все считаем, что технологии, цифровизация открывают новые возможности для культуры. Но так ли это на самом деле? Так ли это хорошо? Есть ли какие-либо проблемы, которые с этим сопряжены? Вот вопрос, который я бы хотела задать сначала Ричарду. Вы говорили о технологиях, которые предоставляют доступ к культуре, но ведь не у всех есть доступ к технологиям пока что. В некоторых регионах мира доступа к технологиям нет. Поэтому так ли уж они хороши? Какие здесь сложности? Конечно, вы уже упоминали демократизацию культуры. И, конечно, хорошо говорить, что YouTube бесплатный, если у вас есть компьютер или телефон и доступ к 4G, мобильному интернету, тогда все хорошо, но просто у многих его нет. То есть здесь было бы довольно глупо считать, что технологии все решат. На самом деле нет, конечно. Они не решают всех проблем. Еще предстоит очень много проблем решить. И мы видим, что сейчас мир становится все более и более поляризованным. Расходится на разные полюса. И мы видим, как распределение благосостояния меняется. Ричард уже, Ван Вагененен, говорил об этом. Я могу еще одну вещь сказать. Доступ к культуре – это не только доступ к
сетям. Мы уже упоминали искусственный интеллект вкратце. Преимущество искусственного интеллекта в том, что он может показать нам что-то абсолютно новое. Вчера у меня было 3 часа свободных. Я ходил по прекрасным музеям Петербурга. И у меня не было руководства, не было путеводителя. И я нашел просто случайно, наткнулся на скелет девочки 4 век до нашей эры. И я просто смотрел на этот скелет и представлял себе, что происходило все эти столетия. И я чувствовал определенные эмоции, испытывал их. И я бы не наткнулся на этот скелетик, если только вот случайно. Я никогда особо не интересовался египетским искусством. И мой вопрос, я не знаю ответа. Будет ли искусственный интеллект так быстро развиваться, что через 10 лет он настолько меня хорошо будет знать, что он просто сам меня отведет в такое место и покажет мне этот скелетик девочки? В то время как все путеводители меня будут вести к возвращению блудного сына. И я буду идти просто по тем же маршрутам, что и все остальные. Или, может быть, искусственный интеллект будет меня проводить вот ровно противоположную сторону, куда все остальные не идут. Ну что ж, поживем, увидим. Интересно. Здесь еще далеко не все нам понятно. Танди, вы привели ряд очень интересных примеров, и вы упомянули, что порой приложение создавать не требуется, и можно просто проносить картины перед глазами людей. Где пролегает та грань? В чем заключается баланс предоставления доступа к искусству посредством новых технологий? Спасибо, Гунила. Мне кажется, здесь нужно четко говорить о том, чего вы хотите достичь. Нужно ставить конкретные цели. С какой платформой вы будете работать? Какие технологии вы будете использовать? Еще перед тем, как делать выставку с дополненной реальностью, нужно обсудить сначала свои цели. Чего мы хотим добиться? Мы хотим выйти на новые аудитории. Мы хотим углубить опыт уже тех людей, которые уже находятся в нашем здании. Или мы хотим рассказать людям что-то новое о тех или иных проблемах. Когда мы занимаемся технологическими проектами, нужно четко понимать, в какую форму это будет облечено. Это будет приложение. Это будет путеводитель по музею физически, на физическом носителе. И неважно, о чем мы говорим, о платформах, о технологиях, нужно всегда понимать, чего мы хотим добиться. И давайте отталкиваться от людей, с которыми мы хотим работать. Всегда хорошо задавать этот вопрос. Если мы хотим работать с людьми, нужно говорить с людьми. Конечно, если мы хотим работать с посетителем, нужно работать с посетителями, спрашивать у них, а чего вы ожидаете, каких впечатлений вы ждете от посещения этого музея, например. Или работать просто с людьми, которые не ходят в музей, спрашивать у них. Да, в этой связи, насколько важна вообще, насколько сильна связь учреждений культуры с нашей жизнью. Но знаете, важность, актуальность – это вопрос очень сложный. Я бы сказал, что, ну вообще, я по профессии бухгалтер, и я вообще благодарю звезды, что я начала работать в учреждениях культуры, а не занималась бухгалтерией, потому что так мы можем лучше, более широко взглянуть на все происходящее вокруг нас и испытывать удовольствие от того, что происходит. Говоря, допустим, о целях в области устойчивого развития, я бы сказала, что там есть одна из целей – обеспечение достойного уровня жизни. И для этого, мне кажется, нам нужна культура. Но нам нужно при этом радикально пересмотреть, коренным образом пересмотреть наши подходы к работе. Нам нужно понимать, как наша работа будет влиять на жизнь общественности. В Австралии многие учреждения сейчас очень
много внимания уделяют вопросу доступности. То есть, чтобы двери открывались, чтобы можно было на инвалидном кресле проехать. И люди должны... То есть, мы должны создавать условия для всех людей, чтобы они выходили из своих квартир, чтобы они посещали музеи, учреждения культуры. И наша... То есть, наша работа должна отражать то, как люди хотят жить. И в Австралии, я не знаю, как дела с этим обстоят в других странах, посещаемость мероприятий довольно стабильная, но постоянно растет творческое участие, особенно среди молодежи. Молодежь все больше хочет создавать что-то свое, не просто быть получателями плодов творчества других людей, ходить на постановки, на спектакли и так далее. Они хотят создавать что-то свое. Они хотят взаимодействовать с художниками. Они хотят выражать свои собственные мысли или, может, что-то привносить в работу учреждений культуры. Они хотят по-новому взаимодействовать с миром, и здесь технологии могут предоставлять новые возможности для молодежи. Но это желание быть творцом есть во всех нас, не только в художниках, не только в творческих людях. Мы все хотим что-то создавать и чего-то преодолевать. И задача учреждений культуры, которые занимаются хранением коллекций, музейных коллекций, в том, как раскрыть этот творческий потенциал во всех нас, но при этом сохранить свой культурный статус, который у них сохраняется уже на протяжении тысячи лет. Интересно о том, как меняется участие, как молодежь хочет по-новому участвовать в этом. Давайте перенесемся вновь из Австралии в Россию. Ричард, мы здесь, в Петербурге, город абсолютно невероятный. Город сам как музей, я здесь сама первый раз в жизни, я впечатлена. Ричард, как вам кажется, как музеи могут использовать новые технологии у себя? Вот на примере Петербурга. То есть, самый большой вопрос – это что вы хотите изменить по сравнению с тем, что мы имеем сегодня? Вы хотите взаимодействовать с более широкой аудиторией? Или вы хотите теснее взаимодействовать, может быть, с другими городами? То есть, как я уже говорил, дело не в технологии, а в цели. Что мы хотим достичь? И остальное уже последует за вашим ответом. Вот если я, то есть я говорю лично от себя, я часто в Петербурге, и я всегда с удовольствием сюда приезжаю. То есть бизнес – это бизнес, но я считаю, что должен быть баланс между работой и личным временем. И то есть я в свободное время люблю гулять, думать, ходить в разные места, странные места в том числе, и в Петербурге тоже много. И я вижу что-то и хочу больше об этом узнать. И вот конкретный пример. Если, например, музей хочет привлечь людей, я вообще архитектор. И я очень люблю, знаете, узнать историю здания, потому что, мне кажется, когда ты знаешь, что в этом здании происходило, это добавляет определенный мистицизм, определенные ценности. И мне бы хотелось, чтобы мне вот порекомендовали, например, вот я знаю, допустим, Ричард, типа ты любишь петербургские дворы, вот сходи-ка вот туда. И вот то, что другой Ричард говорил про искусственный интеллект, что вот если была бы такая возможность, чтобы... И если вам знала, что вам нравится, у вас просто целая новая страница в жизни откроется, потому что вам будет столько советов даваться лично вам. И вопрос, опять-таки, что вы хотите делать? Как Габриэла говорила о искусственном интеллекте, о том, что многие не знают, что это такое, и как это сейчас присутствует в нашей жизни. Ричард, вам не кажется, что ИИ сможет заменить людей в искусстве, например, будет писать за нас пьесы или сочинять музыку? Это очень философский вопрос.
Может быть, в каком-нибудь другом поколении, мне уже не 20 лет, я не знаю, что там молодежь думает, но напишет ли искусственный интеллект стихи, не знаю. Мне кажется, это не будет, она будет неискренней. И я этот вопрос уже слышал, я о нем иногда думаю, но я вот начинаю так сама думать, так в шутку, а вот в бизнесе как искусственный интеллект будет применяться? Если искусственный интеллект пишет стихи, допустим, за меня пишут мои любимые стихи, и там пишут что-нибудь про прекрасные голубые глаза, а там в конце подпишет по скриптум, красься по-другому. Я бы не хотела, чтобы искусственный интеллект вот так подходил к поэмам, еще там рекомендации какие-нибудь включал, поэтому я не знаю. Возможно, вот сегодня у нас есть одна точка зрения, но дети, которые родятся в мире, где уже есть ИИ, может быть, они будут думать по-другому. Теперь вопрос к Джасперу. Вы говорили вот уже про 15 тысяч библиотекарей, которые участвовали в глобальном обсуждении. Какой результат вы получили? К чему это привело? Когда с кем бы я ни говорил, мне кажется, главное — это то, что вы устанавливаете связь с этим человеком. Но вот в плане конкретных результатов мы получили общее глубокое видение того, куда мы идем в библиотеках, в библиотечном деле. И после того, как проанализировали работу, все сказали, да, вот это мы и будем делать. То есть мы нашли глобальный, единый язык, на котором мы говорим о будущем. И сейчас мир становится все более и более поляризованным. И хорошо, когда мы можем найти что-то общее, что разделяют все люди. И поэтому они могут вместе высказываться. И вот еще конкретный пример. У нас есть теперь такой скоординированный подход к ООН. И что уже говорилось про вот цели устойчивого развития, мы поняли, что мы не так уж и отличаемся друг от друга, как могло показаться на первый взгляд. И мы можем работать сообща, чтобы результат уже был общим. И если я правильно понимаю, в вашем проекте устойчивость — это очень важный аспект, и вообще об устойчивости сейчас говорят, об устойчивости, экологичности, изменении климата и прочие проблемы ставят перед нами эти вопросы. Есть ли у вас какие-то еще вопросы, проекты в этой области? Мне кажется, эта тема должна быть приоритетом в любой работе, и, потому что иначе этот прекрасный город скоро окажется под водой. Мы можем говорить о красивых предметах искусства, об инновациях, но тогда, если мы все искусство должны будем вынести на верхний этаж, то оно туда не войдет и будет очень тесно. И я тоже из города, который находится ниже уровня моря, и поэтому я побаиваюсь воды. Я, конечно, хорошо плаваю, но вечно плавать не будешь. Да, сегодня мы все, наверное, думаем о Венеции, все видели эти фотографии, очень грустно. Габриэла, вы говорили об этических вопросах. Это очень интересно, потому что мы видим очень много преимуществ, которые дает нам технологии, как доступ к культуре они нам дают. Но ведь есть и какие-то вызовы, какие-то сложности. Мы не могли бы поговорить о них? Я бы хотела дать один пример, что мы имеем в виду, когда говорим об этичном подходе к новым технологиям. Есть один сектор, в котором техническое развитие так все стимулирует, но это привело к плачевным результатам. Это киберпреступность. Киберпреступники используют новые технологии в своих преступных целях. И мы в Совете Европы решили решить эту проблему, и мы внедрили ряд законов против киберпреступности. И сейчас это законодательство применяется в более чем 60 странах по всему миру, и это позволило судьям, прокурорам общаться и своевременно решать проблемы, и раньше у них такой возможности не было. Это очень конкретный пример. Новые технологии были использованы в преступных целях для совершения преступлений.
И мы же не сидели просто так и не говорили, а куда же мы катимся, куда катится этот мир. Нет, мы поняли, у нас есть конкретная проблема, и мы поняли, что мы должны предотвращать такого рода преступления. Поэтому мы решили быть проактивными и внедрить законы, которые учитывали бы технологии, но защищали интересы граждан. И сейчас в 60 стран, это очень важно, и США, европейские страны, они не хотели принимать никакой конвенции, но вот эта конвенция стала исключением. Ее ратифицировали вот 60 стран, и сейчас мы можем предотвращать или своевременно пресекать и наказывать преступников. Вот так мы подходим сейчас к этим вопросам. И когда мы говорим о искусственном интеллекте, как он будет относиться к культуре, к будущему, конечно же, мы хотим использовать ИИ для улучшения, для повышения демократизации культуры, для предоставления широкого доступа к культуре. Я согласна с тем, что говорил предыдущий докладчик. У многих сейчас даже нет доступа к технологиям. Это большая проблема. Потому что опять же, как сказал докладчик, мы сейчас поляризуем ситуацию. Но технологическое развитие не останавливается, оно идет день за днем. Прямо даже сейчас, пока мы здесь общаемся. И мы должны понимать, что в культуре мы хотим защитить, что мы хотим сохранить для наших граждан. И мы должны учитывать, что если техническое развитие будет продолжаться, оно не будет использоваться в преступных целях, оно не будет использоваться преступниками, а будет, наоборот, давать нам больше возможностей для творчества, для общения и так далее. То есть вопрос, опять же, упирается в ценности. И с моей точки зрения, общество, если оно не спрашивает, каковы наши ценности, что мы хотим сохранить в нашей культуре, что мы хотим делать для культуры, для хорошей дипломатии, для взаимоотношений с другими странами. Если вот не задать себе эти вопросы и не ответить на них в первую очередь, то я боюсь, что искусственный интеллект и технологические наработки, развитие все просто смоет, все унесет, мы будем потеряны. Интересная точка зрения. Если я правильно вас поняла, дело не только вот, в технологиях. То есть, что мы должны контролировать технологии, а не технологии контролировать нас. Повторите, пожалуйста. Вопрос в том числе вот в чем. Мы должны контролировать технологии. Мы не должны позволять технологиям контролировать нас. Да, для меня это очевидно. Мы не должны бояться возможностей. Мы не должны бояться улучшать нашу жизнь, быть открытым к новым технологиям, но мы должны при этом уважать наши ценности. И в юридическом секторе мы сейчас видим, есть определенные алгоритмы, которые используются в Европе, когда расследуются конкретные дела. Мы знаем, что нужно иногда очень быстро принять решение. Есть разница в этих подходах в разных странах. Иногда людям приходится ждать годы, пока будет вынесено решение, судебное решение. А сейчас есть алгоритмы, удивительные алгоритмы. То есть мы должны быть осторожны в том, как мы используем технологии, чтобы сохранить культуру. Сегодня мы говорим о культуре. Но завтра мы будем говорить, допустим, о людях, потому что в конечном счете мы говорим о людях, что станет с нами. Что будет, если мы не будем следить за технологиями, если мы позволим им делать что угодно? То есть мы должны быть начеку. Верно отмечено. Возможностей сейчас очень много, но мы должны быть начеку. А сейчас я хочу обратиться к аудитории. Пожалуйста, если у вас есть вопросы к нашим докладчикам, представьтесь, кто вы, откуда вы? У кого есть вопрос? У кого есть вопрос, куда катится этот мир? Есть вопросы? Может быть, кто-то знает, куда катится этот мир? А, девушка, я вижу, пожалуйста, дайте микрофон. Спасибо. Меня зовут Юлия, я студентка здесь, в Санкт-Петербурге. И я хотела бы узнать, так как я изучаю культуру сейчас, мне было бы интересно узнать,
Делают ли технологии культуру менее ценной? Отнимают ли они ее ценность или они только увеличивают ее? Хороший вопрос. Прошу, кто хочет ответить? Великолепный вопрос. Ричард уже говорил о искусственном интеллекте и как он участвует в процессе создания. Я хочу тоже задать вопрос. Поднимите руку, если вы считаете, что песня, которую напишет искусственный интеллект, станет песней номер один в ваших хит-парадах в вашей стране. Немногие так думают. А теперь поднимите руку, если вы считаете, что вам самому не понравится песня, если вы знаете, что ее написал ИИ. Вам вообще важно, кто ее написал? Хорошо. С кем бы я ни говорил, тоже придерживается определенной точки зрения. Многие годы назад, когда телефон был изобретен, то есть когда только определили, что можно конвертировать сигнал в голос, что ведь голос — это ведь тоже определенный паттерн, определенная схема. И просто машина смогла это преобразовать. И то же самое, это тоже машина, которая учится. Компьютеры вообще прекрасно могут вычислить, что людям в массовой культуре нравится. Поэтому я считаю, что этот процесс очень быстро произойдет. Вот к этому и катится мир. А какая разница, если вам будет все нравиться, если вам технология будет нравиться? Мне кажется, разницы нет. Ведь есть ужасные люди, которые создали прекрасные произведения искусства. Мне нравятся произведения искусства без относительно того, кто их создал. Просто мне нравится, потому что это дает что-то мне. Я не задумываюсь о том, от кого это, кто источник. Позвольте добавить. Возможно, это перерастет в обсуждение. Я уже сейчас думаю, что песни, что поп-музыка сейчас определяется алгоритмами в большой степени. То есть это уже не артистический процесс, не художественный процесс, а коммерческий процесс. Но при этом, если мы пойдем по этой дорожке, мы окажемся в мире, где все песни одинаковые, где каждая песня более-менее похожа на предыдущую, потому что она написана для массового вкуса. Если вы изучаете культуру, искусство, вы, скорее всего, пришли в эту сферу не для того, чтобы повторять за другими, чтобы делать то же самое, что и все остальные, а чтобы сделать что-то новое или чтобы вдохновляться чем-то, чего раньше не знали. Может быть, ИИ сможет и это учесть. Но нам нужно обучать этот искусственный интеллект, нам нужно направлять его вот именно в эту сторону, а не прийти к тому, где все будет одинаковым. И вот вы говорили про YouTube. И раньше у YouTube был алгоритм, какая-то была песня-то, которую несколько миллиардов раз послушали, какая-то корейская песня, популярная. Это было, то есть эта песня нравилась, наверное, всем, просто невзыскательным вкусом. И если алгоритм не поменяли бы, вам бы постоянно, наверное, рекомендовали эту песню, все бы ее слушали, и всем бы она нравилась, потому что... И тогда бы все слушали только кей-поп. Кей-поп, конечно, прекрасный жанр, но он не единственный. Вы, наверное, думали про Gangnam Style, ту песню, про которую говорили. Камил, я еще здесь кое-что хотел добавить. Мне кажется, что нам нужно еще поэкспериментировать с тем, как мы можем наделять художников, творцов новыми возможностями, новыми технологиями, новыми данными, чтобы они могли создавать что-то новое, новые формы, новые работы, которые создаются с помощью цифровых технологий. Потому что сейчас они используются в ограниченном масштабе. А то мы сейчас можем использовать технологии для в отношении существующих работ, исторических работ. И мы можем оказаться в ситуации, как о которой говорил Ричард,
Но если посмотреть на вообще на технологии, на то, какие возможности дают эти технологии и чему сейчас обучают людей на художественных факультетах, нужно уметь работать со статистикой. И сейчас делаются значительные инвестиции в новые арт-формы. И вообще это интересно посмотреть, какие новые художественные формы появятся в ближайшем будущем. Мне нравится идея, что я, допустим, могу идти по улице в будущем, и мне с помощью дополненной реальности что-то представляется, какая-то работа. Не художника даже работа, который использует этот художник, который использует эту технологию, а просто что-то я могу посмотреть, какое-то произведение искусства с помощью дополненной реальности. И нужно сделать так, чтобы у художников были соответствующие навыки, соответствующие ресурсы. И если это все произойдет, то будущее у нас будет очень интересное. Я еще от себя тоже добавлю очень быстро. Искусственный интеллект – это не искусственные эмоции. А для меня искусство – это эмоции. Я, может быть, старомодный, но я вот так думаю, это личное мнение. Искусственный интеллект – это про совершенство. Жизнь несовершенна, поэтому она – жизнь. Хорошая точка зрения. Габриэла. Мы уже говорили, я говорила о том, как, чем занимается Совет Европы. Мы правовой регулятор. Мы занимаемся регулированием ряда вопросов. Но я рада, что было упомянуто слово «образование». Мы также занимаемся важной работой. Мы взаимодействуем с министерствами образования наших стран, государств-членов. И вопрос, как прибавить, как подготовить молодое поколение для того, чтобы развивать у них критическое мышление. Это очень важно. Если мы не будем учить наших детей, что должны быть возможности выбора, если они сами не могут к этому прийти. Это проблема. И какими навыками должен обладать человек, чтобы у него развивалось критическое мышление? Вот это очень важно. Важное направление работы вместе с другими участниками, чтобы убедиться, как Ричард говорил, чтобы дети в будущем продолжали понимать эмоции, чувствовать эмоции. Они понимали разницу, что где эмоция, а где искусственный интеллект. И я теперь передам слово. Мне кажется, я говорил коллеге из Австралии, я полностью с вами согласна. Да, мне кажется, что сейчас, вот если LinkedIn посмотреть, больше чаще всего ищут креативность, творческий подход. Это самый главный навык, который сейчас ценится. И у нас еще будет дискуссия «Роботы против людей». Я хочу тоже на нее прийти. И сейчас очень большое внимание уделяется STEM, то есть научно-техническим наукам, математика, естествознание, физика и технологии. Но если при этом нет творческого начала, все это пропадет в туне. И технологии, конечно, развиваются, но нужно также взращивать и творческий потенциал в новом поколении. И поэтому мне нравится, когда обучение сочетает и технологии, и искусство. Потому что мне кажется, что если сочетать художественные замыслы с техническими возможностями, то можем получать совершенно потрясающие результаты, о чем мы сегодня уже и говорили. То есть мы еще в образовании делаем не все, по крайней мере в Австралии. В том, что касается художественного образования, обучения художественным навыкам, мы должны учить детей не бояться экспериментировать, не бояться идти на риск. Сейчас у нас все заточено на образовательной программе. И все делается в рамках программы. А мне кажется, что это не полностью удовлетворяет творческий потенциал молодежи. И мы работаем с профессиональными учреждениями в области
художественной подготовки и для того, чтобы образование было более творческим в Австралии. Я не знаю, что это такое, но, в общем, хорошо подметили. Обучение следующего поколения критическому мышлению – это очень важно. Понимать, они должны понимать, откуда они должны брать информацию. Вот у нас вопрос здесь от джентльмена. Меня зовут Тимофей, и я студент. Здравствуйте, уважаемый спикер, еще раз. И мой вопрос немножко дискуссионный, немножко философский, немножко, ну, для разных абсолютно областей. С развитием технологий они усложняются все больше и больше. И я уверен, что многие из сидящих здесь, ну, вернее, пойдем от обратного, единицы сидящих здесь понимают устройство своего телефона, понимают устройство ноутбука, понимают, как работают определенные технологические вещи и вряд ли разбираются в их устройстве, как их починить. Мой вопрос на перспективу. Считаете ли вы, что в какой-то момент человечество настолько запутается в своих технологиях, то есть создаст настолько сложную систему, которая в какой-то момент даст сбой, и никто из людей не будет понимать, где этот сбой и как его починить? Как вы считаете? Благодарю. Big question. Хороший вопрос. У нас кто-то хочет высказаться? И потом последний вопрос. Какая разница? I mean, technology becomes more and more. Технология становится товаром все больше и больше. У меня есть дача, и у меня, если у меня на даче что-то ломается, я просто покупаю новое, если какое-то устройство ломается. То же самое с телефонами. Знаете, в 90-е были такие вот кирпичи Motorola, они стоили $5000. Ну окей, сейчас, наверное, у всех у нас здесь есть, знаете, в ящике лежит такой стола Motorola, но она никому уже не нужна. Потому что их ремонтировать никто не знает, в общем. Но если, то есть, если сейчас что-то сломается, то, допустим, через 5-10 лет никто не починит. Ну и что? Технологии меняются, технологии все больше и больше становятся товаром. Если что-то вы не знаете, как починить, вы можете новое купить. 5 минут осталось. Можно еще добавлю про вот этот сбой. Вы все, наверное, знаете, что когда происходит в городе отключение электричества, то через 9 месяцев бэйби-бум, много детей рождается. Если мы так взаимоувязаны с технологиями, если у них произойдет сбой, возможно, нам это только радость принесет. И может, мы что-то чем-то будем другим заниматься. Так что вот, возвращаясь к вам на ваш вопрос, давайте же надеяться, что у нас будут такие сбои и будут рождаться новые дети из-за этого. Последний вопрос. Вот здесь молодой человек спереди. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я тоже работаю в Совете Европы, и меня очень заинтересовало сегодняшнее обсуждение. Но знаете что? Мне повезло, я говорю по-русски. И я так не получил ответа. То есть, если посмотреть на наше обсуждение, на название нашего обсуждения по-русски, куда катится этот мир, русское слово «катится». So the world, куда катится этот мир, is a negative question. It means that the world is going. То есть катится, значит катится вниз. А по-английски, куда направляется мир, а направляется по мне, это как вот head, это голова, идет вверх. И вначале говорили, что мир идет во Владивосток, но это направление другое, другое движение. И здесь я так и не понял, мы движемся все-таки вниз или вверх. Потому что упоминались также вопросы изменения климата.
И я с профессором говорил, что если все будет продолжаться, как оно сейчас идет, то Петербург будет под водой, то есть вниз, направление вниз. А тема сегодняшнего выступления, идем ли мы вверх или вниз, то есть вот в чем вопрос. Мы можем ли мы по-прежнему оптимистично смотреть на это или нет? Ну, знаете, мы движемся по кругу, вверх или вниз, неважно. И мир будет продолжать двигаться в этом направлении, даже если нас не будет. Мир будет продолжать вращаться. То есть вопрос в том, куда движется человечество. Даже мир-то останется, а вот человечество – это другой вопрос. Еще кто-то, может, хочет? Я верю в концепцию самореализации. То есть, если, знаете, вот как говоришь, так и будет. Если ты говоришь, что мы вниз идем, значит, мы вниз пойдем. Если вверх пойдем, значит, вверх пойдем. Вот как скажешь, туда и пойдем. Может быть, это работа такая, знаете, дорога непростая, и сначала вверх, потом вниз, и то, и другое. Ну, в заключении могу сказать, что мы все согласны с тем, что у технологий есть большой потенциал, они могут многое привнести в мир культуры, но есть ряд решений, вопросов, которые еще не решены, и мы будем двигаться, возможно, и вверх, и вниз. Большое спасибо всем вам за то, что пришли. Спасибо ораторам и спасибо за ваши вопросы. Dear ladies and gentlemen, the discussion is completed. You'll find the exit behind the main screen. The exit is through the ground floor. Please use the ladders downstairs behind.